И снова новая работа, тема охоты. Эту картину я хотела рисовать очень долго. С 90-го года календарь у меня был. Очень долго зрела эта картина. На холсте сначала был коричневый подмалевок, а потом желтой краской нарисовала эскиз. И долго она у меня лежала. Где-то там... каких-то запасниках моих, и ждала своего мига. И вот, наверное, созрела, поскольку вот я вот нарисовала много собачек, и эта собака сама собой попросилась у меня на волю, попросилась на холст, в картину. И я буквально за несколько часов набросилась на холст и акрилом своей любимой скоростной техники нарисовала эту картину очень быстро. 40 на 60 – это работа. Она у меня получилась в таких ритмических мазках, очень экспрессивная, быстрая, незамусоленная. Ну, в общем, то, что я люблю. Этот сюжет был на календаре охотничьем календаре, и я его нарисовала уже в своей интерпретации, так как я его вижу. Этот сюжет. Может быть, кто-то знает, что это за порода собак, охотничья борзая, или как. Я, вот, может быть, буду... рада, если кто-нибудь мне подскажет, что это за порода. Ну, а сейчас, да, этот сюжет многопредметный. Вот здесь вот вы видите, вот, пожалуйста, здесь вот какой-то узорчик, но я делала все легко, быстро. Мне так хотелось поскорее поймать эту картину, как какой-то ценный, дорогой трофей своего воображения. И сегодня я поместила ее, эту работу, с другими моими работами. Очень много собачек появилось в последнее время. Даже вот котик выглядывает. Костик, подведи. Котик выглядывает. Так что все они дружат. Ну вот, на этом пока. Иду домой. Усталая, но довольная.